поняла, что там. Что это за рулет? Кому? Так, а почему я невидимая стала? Я даже себя не вижу. А если я сниму его? Так, я опять человек. Ну, крутая штука. Так, что с бумажками делать? Стоп, а что это за бумажка? Собери бумажки. Ну и как это теперь? Собери бумажки. Какие? Вот эти что ли? А почему это было написано на бумажке, которую надо было собрать? Странно как-то. Буду искать. Не лень еще искать. Я уже все обыскала. А им еще что-то надо. Я нашла бумажку. Интересно. Она подходит. Так. Возможно, получится собрать. Так, что-то мне это сильно напоминает. Еще надо найти всю эту карту. Тут нет, тут нет. Где мне теперь искать? Щелкнутная какая палочка? На паузу. Щетки. Они тебе помогут. И что с этими щетками делать? Это обычные щетки для школы. Хотя нет. Стоп. Я же только что держала палку. Странно как-то. Может, они ничем мне не помогут. Тем более бумажку выпустили. Молочко. Думаю, обычно. Какой-то странный вкус. Это что, опять бумажка? Больше не буду это молоко пить. Создай слово. АБВДЕЖМОРЕ. Так, как я там в Непете смотрела? Торюс, Морюс. Не понять. Сон, море. Моррисон, точно. Моррисон. Понять. Не могу даже. Мама Моррисона всегда что-то оставит. Я ничего не помню. А что это за коробки у меня дома? От Моррисона маму. А зачем мне эта курка? Инструкция под куртки. Ладно, сейчас прочитаем. Пауза. Все, прочитала. Поняла, зачем это курка. А где куртка? Ну ладно, без нее обойдусь. Усну-ка я. Папа. Что это за кукла?
Я куклы посторонние не буду брать. Поворачивай камеру, чтобы все было видно. Лучше на балкон положу ее. Пауза, мама. Там пауза? Так. Это сон. Там не пауза. Опять малыш? Я думаю, это сон. Марина, иди закройся. Чего вы не забиваете? Это был сон? Такого даже государства нет. Это такие страшные картинки. Почему он моргает? Наверное, это галлюцинации или это просто такая книга? Почему она такая пыльная, грязная? Как будто бы ее там год держали. Под этим диваном. Почему я никогда об этом не думала? Тут всего 398 страниц. Понятно. Русские народные сказки. Сказки братьев Гримм. Это какие-то не сказки. Может, специально кто-то такую обложку подложил? Нет, это не обложка. И никак не снять. И почему такие страшные картинки? Лучше вернуть ее обратно под диван. Может, кто-то просто ее там забыл или просто нажит заначку. Снова моя невидимка. А что это за таблетки? Книгу это был сон? Надеюсь, да. Фух, книги нету. Внешний монстр. Каяка. Нет, не помню. У меня еще никогда не было каяка. Я знаю этого каяка. Такая девушка, которая выглядывает через все щели. Ой, говорю, щели. Ну, там через шкафы разные. А у меня она есть? Что я запомнила? Если видеть ее было за два раза, то она тебя заберет. Да. Эта книжечка мне поможет. Точно, если я видела ее глаза один раз, то я могу это...